В регионе уже 17-й день подряд растет суточная заболеваемость COVID-19. В Муроме показатель прибавки новых зараженных тоже ежедневно доходит до нового максимума. В нашем городе пополнилось число ковидных коек в инфекционных госпиталях. В стационар номер 3 завезли еще 15 кроватей, а в горбольницу номер 2 – 10. Теперь с учетом новых коек в трех ковидных госпиталях Мурома могут проходить лечение 184 пациента. Цифры статистики. За сутки во Владимирской области надзорные органы официально подтвердили 297 диагнозов коронавирус. Это на 5 случаев больше, чем накануне. Общее число инфицированных превысило 59 300 человек. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 18 муниципальных территориях Владимирской области. Больше всего заболевших во Владимире – плюс 67 зараженных. Муром в последние дни неизменно занимает вторую строчку антирейтинга. В нашем городе болезнь диагностировали у 38 человек. По 5 инфицированных выявили в городах Меленки, Радужный и Судогда. За прошедшие сутки в регионе скончалось 7 пациентов с COVID-19. Выздоровели 70 жителей.